Избранник холостячки Ксении Мишиной Александр Эллерт подловил героя холостяка 11 Михаила Заливака в неловкий момент. Как известно, Эллерт вместе со своим другом Андреем Рыбаком, другим экс-фаворитом Мишиной, запустили совместный проект на YouTube, но это не точно, делая забавные ролики и обсуждая шоу «Холостяк и холостячка». Так Эллерт поделился в сторис у себя в Instagram свежими кадрами, на которых показал бэкстейдж съемки нового выпуска программы. Время от времени они с Рыбаком приглашают гостей в студию из числа экс-участников упомянутых проектов. В этот раз, учитывая, что финал «Холостяк 11 только-только отгремел и интерес к шоу у публики высок как никогда, Эллерт позвал в гости Михаила Заливака, но что-то пошло не так. Сегодня снимаем, но это не точно с Рыбаком. Не можем начать, пригласили на съемку Мишу и зрителей. И это, по-моему, роковая ошибка была. Так и пройдет вся съемка, пожаловался Эллерт. Фанатки обступили холостяка, по очереди фотографируясь с ним в обнимку и не давая прохода. Но в итоге все же передача была отснята. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.